Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Xiaomi Redmi Note 9T. И в этом видеоролике мы вам покажем, как включить и настроить режим «Не беспокоить» на этом телефоне и что это вообще такое, как это работает. Делается все в настройках, поэтому мы переходим в настройки. И в настройках мы листаем вниз до пункта «Звуки вибрация». Дальше переходим в него, выбираем пункт «Без звука не беспокоить». Дальше, нажав на пункт «Не беспокоить», мы включаем режим «Не беспокоить». Дальше мы можем здесь его настроить, мы можем включить или выключить вызовы во время этого режима, уведомлять о последних вызовах, точнее о повторных вызовах, извиняюсь, ограничивать всплывающее уведомление, а также включить какое-то расписание для режима «Не беспокоить», к примеру, чтобы он включался на ночь или чтобы он включался во время вашей работы, там важных мероприятий и так дальше. А мы на этом моменте будем заканчивать. У нас на канале есть распаковка этого телефона, его секретные функции и фишки, так что обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. Пока!